Музей истории Бреста похож на город, о котором рассказывает его экспозиция. Очень уютный и крайне познавательный. Он располагается на улице Леваневского в красивом особняке, построенном еще в 1928 году. Беря свое начало с идеи единомышленников, сегодня фонд Музея истории города насчитывает около 6000 экспонатов, 600 из которых выставляются в данный момент. Вы знаете, Музей истории города Бреста, который был открыт в 1998 году, по сути, это был один из первых городов-музеев, открытый в нашей стране. Поэтому были мы, наверное, первопроходцами в этом деле, и это было не так-то просто, это был довольно-таки сложный процесс. А исходя из того, что мы открывали уже музей в конце 20-го столетия, ведь многие-многие предметы, многие музейные предметы, которые были связаны с жизнью нашего города, они оказались уже в других музеях, архивах и в нашей стране, и за рубежом, поэтому нам по крупицам приходилось находить, отыскивать эти предметы, связанные с тысячелетней истории города Бреста. И мы очень рады тому, что благодаря огромной помощи и наших городских, и областных властей, и энтузиастам, и краеведам, и людям, жителям города Бреста, которые приносили все то, что связано с жизнью истории города Бреста, и передавали нам в дар, это осталось в стенах нашего музея. В день рождения принято принимать гостей. Так и сегодня Музей истории города посетили глава города Сергей Лободинский, руководители администрации районов и учреждений культуры, дипломатический корпус. Сергей Лободинский в праздник Праздничный день подарил музею сертификат на новую компьютерную технику. История представлена здесь как от древних времен, да, развития, так и до современного города. И все то, что делала, вот я сегодня в поздравлении сказал, делали люди, те, кто творил эту историю. А музею, конечно, это надо сберечь, сохранить и передать нашему будущему поколению, для того, чтобы они понимали и ценили. Потому что без прошлого, как мы понимаем, не может быть настоящего и будущего. Хотелось бы, чтобы максимально прирастали теми экспонатами ценными, которые, наверное, ценен в историческом плане наш город. Один из самых дорогих, и это надо, наверное, поблагодарить главу государства, когда нашли возможность и восстановили историческое прошлое, представив и вернув сюда, на родину, Библию Берестейскую, которая сегодня представлена в этом музее. Планы сотрудников музея в ближайшие годы грандиозные. Расширение коллекции и открытие новых выставочных залов, которые помогут расширить наши знания о прошлом любимого города. Василина Бускевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.